Считаете себя героем матча, Александр? Себя? Да. Нет, считаю всю команду героями матча. Молодцы, что победили. Воздали турнир в таблицу. Теперь отдыхаем. Соперник сегодня серьезный был. Как настраивались на игру? Какие указания были от Николая Писарева? Ну, как бы это наш конкурент по группе. Как бы Николай Николаевич настроил, сказал то, что если будем играть в свою игру, не дадим ничего создать впереди, то, в принципе, забьем и выиграем. В принципе, так и получилось, только пропустили нелепый гол. Как бы там особо таких прямо явных моментов было, во втором тайме там опасно было. А в первом так, но я считаю, нелепый гол пропустили. Ну, сумели переломить себя, забили и выиграли. Ну, удалось переломить ход игры с выходом на поле Федора Смолова. Взаимопонимание у вас лучше или как? Ну, у нас, я думаю, да, все-таки не первый год вместе. Какие-то связи, может, и остались, но, в принципе, вся команда молодцы. Сейчас показалось или нет, что никто не замечал Дениса Черышева? Ну, да, на самом деле, да, еще кто-то пошутил, что, как и в «Динамо», через левый фланг мало играют, и как бы играли только через правый, но он не обиделся, когда они победили.